Падение. Горе побежденным. Часть пятая. В юности я думал о войне исключительно просто. Отправляешься в бой, убиваешь плохих парней и все такое. А выходит, что на войне не так уж и весело. Она ужасна. И теперь мне уже плевать на идеалы, даже на победу. Я устал, Мэри. Я просто хочу, чтобы все это прекратилось. Смерть, страдания. Я просто хочу мира. Ну так что вы думаете, капитан? О чем? Обо всем этом. О том, что мы делаем. Фриман уже сбился с пути. Он убил Барни. Мы поступаем правильно. Я уже не уверена в этом. Что же я наделала? Мэри не присоединится к нам? Она нам больше не понадобится. Идемте. Человек. Итак, они отступают, а мы стоим. Не слишком-то удачная тактика. Лейтенант! Сэр! Прикажите подкреплениям из ГРУ «Браво» и «Чарли» наступать на западном фланге. У нас есть отличный шанс подставить их под перекрестный огонь. Да, сэр. Команда «Браво», понял вас. Выступаем. Конец связи. Итак, мы только что получили приказ. Приготовьтесь. Что вы делаете? Альфа, это «Браво». Мы все здесь взяли под контроль. Прием? Понял вас, «Браво». Чарли Дельта, это «Альфа». Доложите. Это Чарли. Продолжаем, согласно плану. Генерал, у нас проблема. Да, в чем дело? Команды «Браво», «Чарли» и «Дельта» перестали отвечать нам. Какого черта? Выводите на спутник. О боже, лейтенант, прикажите арестовать всех бывших сотрудников гражданской обороны. Эти ублюдки предали нас. Слишком поздно. Здравствуйте, генерал.
Вот вы где. Мы нашли, что нам нужно. Убейте их. Альфа, понял вас. Отличная работа. Конец связи. Капитан, думаю, я знаю способ обойти их. Хоть в туннель в той стороне. Нужно двигаться. Отличная работа, лейтенант. Спасибо, сэр. Мы смогли получить координаты штаба Фримана. Он находится на железнодорожной станции 335-855. Прямо сейчас вся наша армия отправляется туда. Собирайте свой отряд и присоединяйтесь к ним.